Миллиард рублей выделят на борьбу с коронавирусом в Красноярском крае. Это средства краевого бюджета, промышленных компаний и финансы из системы медицинского страхования. Большая часть денег пойдет на дооснащение ковидных госпиталей. Туда закупят средства индивидуальной защиты для врачей и реанимационное оборудование, в частности, новые аппараты ИВЛ. Также средства направят на закупку кислородных станций для Минусинской районной больницы и 20-й в Красноярске. Сейчас в регионе работает 51 инфекционный госпиталь. В общей сложности развернуто 6700 коек. Это цифры близки к тем, что были на пике второй волны пандемии. Тогда в регионе развернули 7000 коек.